Мака зовут. Вай. Реальное имя? Если да, то красота. Прямо красота. Нужно делать, если захотят получиться. Ну, может быть. Трофей. Спасибо большое за подарочек. Реально, очень красивое имя. Добряк. Ну, может быть. Сочетание актриса. Не-а. Да, актрисы мне когда лампочки, собственно. Не обращаем общение. Внимание, точнее. Обращаем. Не до этого. Не надо дарить. На актрису. Если на какую-то определенную, вот именно из людей, то говорили на кого-то похоже. Если на актрису по сущности, то тоже говорили. Типа. Ну, спасибо. Ну, типа, говорили, что. Ну, меня мама хотела на актерское дать внутренне. Не хочу, сцена это не мое. Вот. Но с подарками я как бы. Я уже первый сентября, нет, не надо, еще час. Не хочу. Если подарки, то это высвечивается на весь экран, и это проще заметить. А так, тут как бы достаточно пишут, и я не успеваю весь текст просматривать. Вот, спасибо за подписочку. Не хочу. Законы каменных джунглей. Я не знаю это. Я не помню. Какая девушка, скажи. А вот большим шрифтом, да, лучше видно. 200 людей. Офигеть. Я думала, ко мне больше сотки не будет приходить. Просто поболтать. Учиться будет, можно не я. Не хочу учиться. Можно я буду, ну, пенёчком? Не хочу учиться. Можно я буду пеньком? Пожалуйста. Как-то и... Я не пропадаю. Ну что это линза, гангстер. Завтра в школу, завтра в колледж, а я не хочу. Я работаю, учишься, да, где пропадало лето. Я выходила в эфиры, Игорь. Я выходила. Я ого-го, как выходила. А вы не приходили. Александр Титов, здравствуй. Спасибо за подписочку. Зачем линзы? Хочу. Мне нравится так. Мне нравятся такие вот. У меня карие глаза. А это типа под натуральный цвет. Мне такие нравятся. Карие тоже ничего, но под такой вот немножечко розоватый образ. Карие глаза так себе смотрятся. Как дела? Все хорошо. Ты, я думаю, ушел. Да. Тоже карие. А нафига говоришь, что у тебя такие же глаза? Если у тебя карие. Колготку покажи, не ношу колготки. Мне днем пришла вот такая штучка. Эть. Так вот. Делается вот так вот. И вот так. Наверное, это так делается. Произвести впечатление. У меня много знакомых вот с такими вот глазами. И впечатление это не производит. У меня их много. Вот так вот буду. Всё. Как кусок дурака. Да? Набор букв. Кайф. Это даже Google не переводит.
хочу взрослеть. Спасибо за глаза. Нет, нельзя. На меня хиджаб примеряли, мне хватит. Я знаю. Если у меня где-то здесь остались фотки. Шала, да, у меня... Нет. Насчет фоток. Апрель. Блин, не грузится. В общем, ну, спасибо. Спасибочки. Скинешь потом. Ты чё, я ж там в хиджабе. Кто фотки в хиджабе вкидает, а? Лицо цветочком закрыть надо. Тебе украсть хотели, а мы в интернете, да. Это линзы. Но все равно спасибо. Мой Белов, приветик. Так. Сниду мои фотки в ВК. Hello. Фотки в ВК. Если у тебя что-то новое, то я не видела. Так, я вроде все твои фоточки просмотрела, Андрюш. Так. Сейчас найду эти фотки, если они у меня есть. Сейчас на меня без проблем. Да. Ну, ничего, но тогда я все твои фоточки видела, и они мне понравились. Я не все лайкнула. Пишите, пишите. Третий курс, да. Где? Нету, что ли? Должны быть. Не разрешен. Ага, конечно. Нет. Пишите, пишите. Вот мы общаемся. Спасибо, Андрюш. Вы мне помогаете, когда вы присылаете подарочки. Такой счастливый. Резина, да, она самая. Практика. А, не хочу. Была практика. Практикам не хватило. Не хочу я. Хватает мне твоих сообщений. Я ищу фотки в хиджабе, если они вообще здесь есть. Или они на вон том телефоне, через который идет эфир. Я люблю общаться, я общительный человек. Ой, ты моя, ты радость. Спасибо, Андрюш. Так. Ой, у меня тут фотки, где еще с синими волосами. Офигеть. Вот такие вот волосы у меня были. Синие. В общем, были синие волосы. I had no. Боже. Боже. Чего ты испугалась? Стены?
Ты спишь, я тебя не понимаю. Никто никого не может заменить. Не надо мне тут. Синими проходила месяца три. Спасибо. Успокойся, я спокойно. Я спокойно, я всех спокойно. Спасибо.